Прическа на волосы средней длины для девочки. Значит, мы будем делать при помощи вот таких вот зажимчиков красивую причесочку. Смотрим строго по центру. Берем небольшую прядь волос и закалываем ее зажимчиком. Вторую прядь волос. И на уровне с первой прядью закалываем. А здесь можно еще взять одну прядь и заколоть на уровне первой. Можно их разного цвета брать, заколочки. Так, теперь продолжим в эту сторону. Небольшие прядочки. Удобнее брать расческой с хвостиком. Напротив заколочки. И еще одну. Теперь каждую заколанную прядочку мы делим на пополам и соседнюю на пополам и подхватываем основу и прикалываем вот таким вот образом. Теперь следующую. Вторая половинка вот этой пошла в эту сторону. Теперь делим эту прядочку напополам. Подхватываем снизу волосы и закалываем. И следите, чтобы заколочка была как раз на середине между вот этой и этой заколочкой в следующем ряду. Здесь точно так же. Так, точно посерединке. Продолжаем серединку от этой, серединку от этой. Серединку от этой, серединку от этой. И так продолжаете до конца длины волос. Смотря какая длина волос. Вот у нас получилась такая красивая-прекрасивая прическа. Поворачивай головку. Здесь можно продолжить на расширение. Можно продолжить эту ширину. Вот эту вот. А можно вообще внизу подвить волосы. Можно приколоть вот здесь вот поближе к голове. То есть получится как шапочка из средних веков.